Все задуманное удалось в игре? Нет. Что именно удалось? Ну, несколько, даже могу сказать, наверное, точнее, где-то 4-5 мячей, которые не должны, в общем-то, падать на площадку, сегодня упали. С чем это связано, вот буду задавать вопросы, потому что для этих ребят, которые сегодня играли, не бывает ни счета на табло, и уж точно они не могут там оценивать соперника, где-то там подстраиваться под него, они должны показывать максимально от первого до последнего очка. А сегодня я чувствовал, что где-то можем себе позволить по матчу, по результату где-то, да, отпустить ситуацию, отпустить, может быть, ту цепкость в защите, которая является нашей ключевой идеей, то есть как защита, страховка. Ну, это, наверное, мое амплуа где-то об этом говорит, да, что мы не можем позволить себе, чтобы легкие мячи падали. Ну, вот, тем более, что защита – это так самый важный эмоциональный, наверное, элемент такой, который придает уверенность команде, которая придает положительные эмоции команде, и когда падают особенно глупые мячи, кроме как негатива и, скажем так, чувства злости, ничего больше не возникает. Так что вот этим недовольны сегодня. Остальным по волейболу даже, наверное, не хочу комментировать. То есть те ребята, которые должны были поиграть, они сегодня поиграли, дали Максу Михайлову все-таки небольшой ритм почувствовать, потому что, я говорю, позиция для него новая, и мы с ним разговаривали, то есть для него даже перерыв, может быть, в два матча где-то уже будет большим, так что я рад, что сегодня он немножко поучаствовал, вот, и в то же время не потратил, наверное, столько сил, сколько мог бы, ну вот, поэтому, что еще сказать, тяжелое турне нам предстоит, знаете, что за там буквально 23 недели нам нужно будет сыграть 10 матчей. Вот это сейчас наша основная идея, как выдержать это, да, чтобы ребята все выдержали физически и психологически, тоже очень важно, да, потому что будут и перелеты, и переезды, и где-то даже не успеваем потренироваться, перелетели. Ну там, да, и в одну сторону, и в другую, и в то же время за эти там 3 недели у нас пройдет два титула, два турнира, которые мы будем играть, и... Конечно, будет непросто, но вот сейчас пытаемся и этими заменами где-то все собрать, как кубик-рубик, да, чтобы все у нас получилось. Ну, сегодня начали появляться вот эти все новости по ВАДА, наверное, в команде все это обсуждается, да? Насколько это сказывается, может быть, на атмосфере в коллективе, там, все равно, там, по поводу чемпионата мира в России? Ну, если честно, вот я с ребятами вот виделся сегодня утром на тренировке, на собрании и на игре, ну, мы не поднимали эту тему. Вот сам, конечно, слежу, ну, что тут прокомментировать? Хорошего мало, вот, ну, надеемся на какое-то положительное решение. Ну, нет, у нас все-таки, сами понимаете, цели сейчас и задачи совсем другие, вот, и мы больше сконцентрированы на волейболе и на наших основных задачах, а не то, что творится, и тем более на то, что мы не можем повлиять никаким способом.